Готовим аппетитный диетический салат с тунцом. Рецепт простой и понравится многим. Тунец выбираем в собственном соку, кусочками. Такая рыба просто идеально подходит для диетического меню. Подавать такой салат можно с легкостью в качестве ужина. Вся порция займет от 350 до 450 кал. Непременно возьмите рецепт салата на заметку. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты. Сполосните помидоры и огурец, нарежьте небольшими кусочками и переложите в тарелку. Добавьте нарезанный полосками сладкий перец. Куриное яйцо сварите вкрутую, очистите и нарежьте на 4 части, переложите в салат. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Добавьте в салат кусочки тунца, смешайте масло, сок лимона и соевый соус, заправьте салат, соль и перец добавьте по вкусу. Подавайте салат к столу, можете добавить зеленый лук. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Тунец, 150 грамм, консервированный в собственном соку. Помидоры, 3 штуки, мелкие. Огурцы, 1 штука, свежие. Сладкий перец, 0,5 штуки. Куриные яйца, 1 штука. Масло растительное, 1 столовая ложка. Соевый соус, 1 столовая ложка. Сок лимона, 1 столовая ложка. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 1-2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До встречи на канале!